22 апреля в Северском районе прошел традиционный весенний всероссийский экологический субботник. Поучаствовать в уборке дворов, парков и скверов смогли все желающие, и нашлось их немало – более 2000 человек. В каждом населенном пункте определили зоны для уборки, работу координировали волонтеры. Сотрудники районной администрации сменили дресс-код на удобные кроссовки, вооружившись необходимым инвентарем и воодушевляющим напутствием от главы муниципалитета. Друзья, ну что, наведем порядок, сделаем лучше, краше, чище, светлее и благоустроеннее наш район, наши станицы. Фронт работы был велик. Участники акции разбрелись по своим локациям. Глава района посетил школу номер 45. Здесь учащиеся под руководством педагогов привели в порядок клумбы, дорожки и территорию стадиона. Во время посещения образовательного учреждения глава отметил ряд хозяйственных вопросов, которые предстоит решить. Тем временем другая группа добровольцев отправилась на побелку деревьев и сбор мусора вдоль федеральной автодороги. Активное участие в субботнике принял и глава Северского сельского поселения Алексей Анашкин, подавая пример участникам акции. В этот день чище и краше стало во всех поселениях района, которые активно готовятся к предстоящим майским праздникам.